Всем привет! Привет! Мы в кемпинге, поэтому мы ходим в масках. Мы на такую авантюру пошли. Мы приехали на одну ночь в кемпинг. Я вам буду все показывать. Кемпинг 5 звезд. Нам дали наш участок, где мы будем раскладывать палатку. Мы не будем жить в домике, мы будем жить в палатке. Мы специально для этого сюда приехали. Идем спросить, как работает наша розетка. И нам для этого нужно обязательно носить маски. Нам выдали вот такие вот браслеты. И мы будем здесь до завтрашнего вечера. Для детей фиолетовые. Стоит место 35 евро. Буду все рассказывать вам. У нас полно эмоций, потому что у нас-то время ограничено. Через 2 часа закроется. Ой, какой тут этот штук холодный. Санитайзер этот. Обеззараживатель. Ну, вот такая вот здесь зона. С бассейнами. Красотища. Горки. То, что ты хотел? Только что-то на них никто не катается. Ну, давай. Так, я сейчас Артемку здесь оставлю, потому что муж мой сам отказывается работать. Говорит, давай, иди со мной. Ну, классно, что? 5 звезд. Сейчас мы еще посмотрим, что здесь есть из домиков, когда установим все. Тоже придем, покупаемся и посмотрим, что есть, какие домики. Ну давай, Зая. Как тут? Класс? Ну понятно. О, пеликан. Как живой стоит. И здесь еще одна горка. Ну, короче, горок только вот эти. Есть 2 вот такие, более с углом, под сильным углом. Сына, есть под более сильным углом. Более быстрая есть. Да. И есть вот такая вот. Слышали в рыбку мой сынок. Он уже час здесь, пока мы с папой раскладывали палатку. Ну, мы справились быстрее, конечно, но пока там матрасы накачивали. Ой, какая водичка теплая. Сынуля! Тёмочка! Тёма! Привет! Ты на детских горочках катаешься, зайка? Да. Да? Ну, я очень рада. Мы уже палатку установили и матрасы накачали. Мам, горки, я думаю, больше не живут. Почему? Все еще спускаются. Иди спускайся, конечно. Иди, еще есть время. Вот там еще есть такая обезьянка для детей. Набирается полная чаша и на них выливается. Это для маленьких деток. Тут есть такой бассейнчик. Это, наверное, с теплой водой. И тут у нас джакузи. Вау, какая тепленькая водичка. Снимаю вам себя из джакузи. Ой, как классно! Еще у нас час целый есть. Боже, мы все мокрые с мужем от этой палатки. Палатка большая, я вам сейчас покажу, какая она. Я просто уже бежала бегом к Артему. Что он тут делает сам? Это первый опыт для меня, что он здесь вообще, что он... А, приплыла моя рыбка, привет! Как дела? Я рыбка. Ты рыбка не стал еще здесь за часик? Час ты здесь уже сам? Да. Но мы уже хорошо, все... хотя бы ничего не говорят. За что? За трусы? Да. Да, кстати, Артема вы проводили в первый раз, сказали, в шортах нельзя, хотя у него шорты арена, плавательные. Но они сказали, нельзя. Они тут даже в шортах. 2 таких секьюрите сидят. Да, они хотя в шортах. Мам, можно пойти горки делать? Пожалуйста, иди. Конечно. Пока. Сейчас я вам пойду еще поснимаю, что здесь есть. Выключили пока джакузи. Вы можете там сидеть, наверное, ужинать. Будет какой-то, я так думаю, гала-концерт завтра, потому что завтра в воскресенье, хотя, может, и сегодня. Надо посмотреть программу. Мы еще не успели, так как мы приехали сегодня немножечко поздно. Я работала. В принципе, хорошо бы, конечно, приезжать сюда заранее. Здесь везде есть шезлонги. Такие натяжные тенты. Так, на каких языках написано? Давайте посмотрим. На французском, английском, немецком и... Это голландский, что ли? Да, голландский, нидерландский. Там есть такой еще бассейн, речка, по которому можно плавать. И везде очень красивые пальмы растут.
Ну, вообще классная территория, чистенькая. Все уже расходятся, потому что бассейн работает до 7. Везде указаны стрелочки, куда выходить, куда заходить. Это в связи с ковидом. Осталось пару людей здесь. Посмотрим, что будет завтра. Дети вон там. Тёма подружился с мальчиком. И уже вместе с ним здесь в самюзе, как говорят французы, веселиться. Ну, красивая территория, конечно, мало горок, но это же кемпинг, это же не аквапарк. Завтра после кемпинга повеселимся здесь еще в бассейне, поплаваем и поедем на пляж. Здесь до пляжа 4 километра, в принципе. 35 евро, как я вам уже сказала, стоит место для палатки. Потом, если хотите, узнаю вам, покажу вам, какие есть домики, и узнаю вам, какие цены на домики. Там есть 2 комнаты, 3 комнаты, и также для мобильных домиков есть тоже места. На другую сторону, здесь, видите, такие сделаны мостики, и вот это вот Sauvage Rivière, как здесь называется, с течением река, видите? И можно ходить по воде, как в фильме «Бриллиантовая рука». Прикольно, слушайте. Мы пришли. Я вам покажу палаточку, какую мы установили. Вот она. Работы полчаса нам с папой. Палатка довольно большая, довольно-таки замороченная. Так, смотрите, мы заходим. Тут у нас прихожая. Так, 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 тут у нас столик, круассанчики, багетики, сейчас будем кукшатки. Тут у нас матрасики. Вот мой матрасик. Тут наш с папой, наша с папой спальня, а тут Тёмина спальня. Вот так, сейчас закроем, чтобы комарики не налетели туда. Переоденемся, да, Тёмочка? Да. Ты рады? Закроем. Мы пришли с бассейна, кстати. Да. Короче, класс, мы рады. Там у нас холодильник, так, папа в труселях. А ну-ка. Не загораживай кадр. Сейчас мы вам покажем, что у нас тут есть. Так, тут у нас есть 2 шезлонга. Ну, мы так осваиваться не будем сильно, потому что мы уже завтра вечером уедем. Тут у нас... Это наша штука, надо ее просто помыть. Тут у нас течет водичка. Ух! Так, тут у нас есть холодильничек. Вот в таком вот шкафчике. Там такая огромная ящерица лазит. Я ее боюсь. Боюсь ее. И тут у нас уже... Тут ничего не стоит, потому что у нас свой холодильник. Тут мы пагу положили. Тёмка, на твою пагу я немножко охладила. Холодильник работает так довольно-таки плохо. Охлаждает плохо. Держи, зай. Морозилку надо ставить. Да, морозилку. И вот так это закрывается. И у нас еще есть здесь розетка, в которую мы взяли переходник. Как называется? Переходник, как называется? Ну ладно. Сейчас я помою эту планчу, и мы будем на ней готовить... Сосисочки. Мам, да. Ужина. Пошли прогуляться по территории. Здесь вот такие вот есть всякие приспособления. Я вам поснимаю, как могу. Залапано очень окно. Блин. Вот так, видите, там всякие мотоциклики такие интересные, электро. Разные гироскутеры, самокаты электро. Все можно брать на прокат. Вот цены. City Coco Scooter. Это вот этот вот, который как мотоцикл. Стоит 30 минут 20 евро, час 30 евро. Просто самокат электро. 15 евро, час 25. Так, идем в игровую зону. Тёма хочет на какой-то аппарат. Тут можно поиграть детям. Есть хоккей. Есть вот такой вот аппарат, где можно проверить свою силу. Есть вот такой вот футбол. Вот такие разные стрелялки. Такие аппараты игровые. Ну, это дурничка. Бильярд есть. Идем, давай. Ну, давай. Ага, не работает. Проверяльщик силы вашей. Хотел Тёма проверить свою силу удара. Не-не, он потухается, ведь. О, папа отремонтировал. Где у вас, ребята? А ну-ка, хорошенько разгонись. А тебе точно не надо туда встать, чтобы ты ударил? Нет.
Ну, давай. Ух ты, молодец, какой силач. 370 из 900. Ну-ка, давай руки Бальбоа. Ого. Ого, папа, ого. 829. Слабак. 10 акваджим. Я хочу пойти поучаствовать. Но нам надо до 12 собрать палатку. Ну, в 12. Тут есть детские площадки для маленьких деток. От 1 до 4 лет, зая. Не, молчу. А здесь уже, да, большие могут ходить, но не знаю, ходить. Ну, пойди, конечно. Сейчас мы найдем вход. Так, здесь вон паутинка такая, тоже по ней можно лазить. О, пап, о, смотрите, тренажеры. Завтра я буду заниматься. Это очень классно. Так, такая, видите, паутинка, если вам видно. Так, завтра нам Тёма... Давай сегодня залезем туда наверх. Так, а вот это для пинг-понга. Ну, очень интересный стол. Он такой изогнутый, дугой. Смотрите, да, вот какой. Смотрите, какой он дугообразный. Очень много спортивных приспособлений. И плюс вот такой вот прокси-маркет. Тут ух ты, ух ты. А тут можно... Ну, короче, тут магазин. А здесь можно, я так понимаю, готовить себе самому. Да. И вуаля, вот он гриль. Смотрите, печка, все пристегнуто. И написано, что вы можете в улили сесси андуа уси проп. Все можете готовить здесь на углях. Вот там даже уголь кто-то оставил. Можно себе здесь шашлычок пожарить, пиццу, все, что хотите. А? Красота, ну. Так, там еще есть два стола для пинг-понга. Здесь есть еще одна площадка тоже для того, чтобы дети тут занимались собой, развлекались. Тут есть футбольное поле. Короче, нам очень-очень нравится. Единственное, что сеть вот этих вот кемпингов есть здесь и есть в Кабдаге, от нас немножко дальше. Это фриж... О, смотрите-ка, ящерица. Здесь везде, повсюду ящерицы. У нас возле холодильника огроменная. Не... Видите, я же боюсь их. Ты... Не хочу говорить, кто ты. Так, Тёма уже пошел. Еще одна здесь площадка. Короче, для детей здесь очень много разных штук, площадок, где они могут развлекаться. Здесь заезд на нашу, ну, на территорию, он огражден шлагбаумом, а здесь ворота такие, заезжают автоматические, закрывающиеся. Так, а я пойду на тренажерчики посмотрю. Что, мы покатаемся? Покатаемся, Мась? Давай, давай, залазь. А ну-ка, покатаемся. Так, чтобы себе ничего не поломать. И хава. Класс, Тёма, иди к нам. Все, палаточку собрали. Практически все у нас собрано. Тёмка уже в бассейне. Мась, второй день. Не хочется уезжать, да? Еще б на недельку. Да, но я нет. Витя, да, я нет. Я как-то... Мне достаточно одного дня в палатке. Я уже сказала, второй день. Мы все собрали. У нас осталась вот одна штучка с палатки. Это такая в прихожей застилается пол. Для того, чтобы там в прихожей не ходить, ну, по камням и по такому всему. Там столик у нас стоял, холодильник наш, наши вещи. И мы это собрали, а он оказался внизу мокрый. То есть роса уже, знаете, не, ну, не лето, скажем так, да, уже осень. Хотя здесь во Франции до 21 сентября еще лето. Вот, Тёмочка уже побежал в бассейн. В бассейне есть мальчики, которые смотрят за безопасностью, поэтому я его отпустила. Бассейн вот прям... Его видно отсюда, сейчас это бассейн, вот эти вот, вот это загорожено, это бассейн, вон заборчик, видите? Вот, все люди поднимаются уже к бассейну, я тоже буду идти, Витя еще тут будет собирать немножечко вещей на 5 минут, а я иду в бассейн, а потом хочу пойти в бальнео, то, что я вам говорила, очень жаль, но туда не пускают детей, до 16 лет, до 18, да, Вася? До 18 лет не пускают туда детей. Так, у нас тут гранаты везде по полу валяются. И я вам показывала, да, как они здесь вот прям так растрескиваются на дереве. И мы попробовали, они просто невероятно вкусные.
Мась, тут такой гранат, его бы тоже достать. Смотрите, какая красота. Он очень вкусный, сладкий, невероятно. На, Мась, я же ухожу. Так, я буду подниматься. Ой, какая тут поветелька красивая, я не видела вчера. И с этой стороны есть стояночное для палаток место. Вот такие машинки тут ездят. Ездят, возят людей. Ну, большая ездит, конечно. Шаттлбас большой. Посмотрите, какая красивая поветелька здесь. Ой, вообще прелесть. Так, тут люди с домиком. С таким с навесом и с домиком, с трейлером. Вот, видите? То есть эти места для трейлеров, для палаток. И вот он бассейн. То есть от нас две минуточки, и мы уже в бассейне. Как я вам уже сказала, пойду потом в Бальнео. Нам очень нравится, но в палатке, конечно, спать весь шум слышно. Кто не чувствительный к этому, тот может. Я не очень. Сейчас вам буду еще снимать что-нибудь в бассейне. Никого нет, покажу вам. Значит, смотрите, здесь есть зона для пеленания, умывальники для самых маленьких. Вот такие туалетики для деток. Есть душ. О, что-то тут непонятно. Есть фены, зеркала и душ с горячей водой. Вот такой вот душ. И сразу здесь вид из окна на бассейн. Все, идемте в бассейн. Показала вам все везде. Вот сушки есть. Вот такой джим. 5-2. Здесь две комнаты, кухонька, шезлонги, терраска. На террасе есть стол, стулья и сушилка. Цены сняла. Не знаю, как или в комментарии прикреплю, или просто фото. Мы сдали все свои ключи и все остальное. Нам сказали, могли не спешить, нам на ваше место никто не приезжает. Отдали мы адаптер для розетки, мне вернули 30 евро. Тёма тут у меня доедает, у нас уже обед, так время пролетело, мы в 7:30 проснулись, и время просто так шух и пролетело. Так, вот такие домики, у которых есть гриль, называются они Loft Malibu, это премиум-класс домиков, потому что, смотрите, вот деревянный есть, и есть вот такой. Вот этот дороже стоит, в низкий сезон, это 30 августа начинается, я так понимаю, здесь две комнаты, ну, здесь немножко все по-другому. И стоит он, начиная с 30 августа, 163 евро. Смотри, здесь никто не живет, можно позаглядывать. Так. Вот такая вот кухонька. Здесь есть чайник, умывальник, плита, вытяжка, холодильник, кофеварка и две комнаты. И вот такая вот терраса. Вот 163 евро стоит в низкий сезон. И можно брать минимум на две ночи. Так, еще есть премиум-класса. На террасе стоит джакузи. Мы видели только издалека такой домик. О, а здесь, смотри, вообще каменный дом. Здесь вообще обычный дом построенный. Вот это вообще, наверное, самый-самый дорогой. Но все домики оборудованы кондиционерами, варочными плитами, вытяжками, холодильниками. Даже место для палатки оборудовано холодильником. Нам все объяснили, можно за 15 евро с начала дня, он сказал, уже нет смысла брать на весь день. Есть тренажеры, вы можете заниматься, есть тренажеры в самом бассейне, вон там тетечка бежит. Там есть разные такие вот массажные штуки, вот такие вот, я не знаю, видно вам или нет, вот эти вот штуки, вот такие столбики. Это массажные такие приспособления, не знаю, как это назвать. Там вот бурлит вода, видите? Вот там возле бизона этого. И там есть два джакузи. 32 градуса и 28. И, короче, это называется зон бьен-этр, то есть туда нельзя детям не потому, что ой, ля-ля-ля, вот так мы едем. Так. Решение сегодня принято не оставаться в Бальнео и в СПА, иначе мне бы нужно было там остаться одной. И я так подумала, что мне там будет настолько скучно. Или оставлять Артема здесь и нам вдвоем идти туда с Витей.
Но мы решили, раз это семейный день, значит, это семейный день. Приедем сюда, если с двумя сыновьями, то тогда они будут здесь, а мы будем там. Потому что туда детей не пускают не из-за опасности или из-за чего-то там еще, а из-за того, что это как бы для взрослых. Это релакс, и вот взрослые не хотят, чтобы там были дети. Значит, мы пришли на вот такие горки. Есть три вида горок. Три такие пологие. Сейчас вам сниму. Вот такие. Даже вот такие тетечки здесь катаются. Две вот такие более резкие. И одна такая кругленькая спиралька. И вот такой вот еще вид открывается отсюда. И море вот там. Вот оно синенькое. Все, я пошла, потому что людей нет. И я вам буду снимать, как я буду съезжать. И поехали. Горочка такая лайтовая, классная. И мы едем. Ю-ху! Ху-ху! Чуть быстрее. И кактусы. И приехали. Я приехала. Так, практически 4 часа мы собрались. Я вот с пакетом мусора. Почему-то нету мусорок на участках. Поэтому несу туда к проходной. Не знаю, там должны быть мусорки. Мы очень хорошо провели этот уикенд. Мы очень довольны. Выдвигаемся пораньше. Хотим заехать здесь на пляж. Мы никогда не были на пляже во Фрижусе. Называется городок Фрижус. Вот. Сейчас поедем на пляж. Поснимаю вам тоже с пляжа. Если не увидимся уже, то до новых встреч в следующих видео. Всех люблю, целую, пока!